Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с орхидеей с названием Санта-Клаус. Вот такая вот красотка распустилась с такой белой бородой, губой биклипа. Действительно, эта губа, она смотрится как борода, белоснежная борода Санты с такой улыбочкой. Орхидея очень красивая, видео не передает настоящего цвета. На самом деле цвет лепестков у нее прям такой черничный, насыщенно черничный. И на контрасте вот эта белая губа. То есть можно понять, почему она имеет такое название Санта, бородатого Санта. Пришла ко мне эта орхидея из Азии 4 месяца назад. В размере 2,5. В горшке самком. И уже через месяц начала растить цветонос. Достаточно небольшие листики. И смогла вырастить только один бутончик. Но зато какой. Многие производители имеют похожие фаленопсисы у себя в каталогах с названием Hot Kiss. Но там другая губа. Она в краб, и она или розовая, или в цвет лепестков. Я очень рекомендую обратить внимание на эту орхидейку. Ее лепестки имеют такую бархатную, объемную фактуру с такими выпуклыми какими-то точечками. И орхидея, она выделяется на общем фоне других орхидей в коллекции. Так что Санта-Клаус записывайте в свои хотелочки. А я вам желаю всего доброго. Пусть ваши цветы вас радуют, цветут. И давайте делиться своим опытом. Всего вам доброго. До свидания.